отойти от греха подальше. Да, 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 да. Да. Смотрим. Так что от всего сердца, от всего Хазара,
с вашей свадьбой, счастья, здоровья и, конечно, процветания вашей семьи. Ну, а то хочу сказать, что мама работает в Казани, никогда голодными не останетесь. Потому что рядом такие прекрасные друзья. Но и голодными не останутся. Со стороны папы тоже, потому что люди хорошо зарабатывают на этой работе. Итак, Петронас, а, улыбка какая, с золотыми зубами наполовину, молодец. Давай, продолжай. Я хочу пожелать вам семейного счастья. Очень много слов было сказано в ваш адрес, в адрес ваших родителей. Я, в свою очередь, на компании «Петронас», хочу пожелать вам как можно больше детей. Почему? Потому что большего счастья для ваших родителей нету. Первый день счастья – это моя свадьба, ваше бракосочетание. Остальное – это счастье, когда маленькие внуки бегают по дому родителей, как родители дома твоего родителя, по дому твоего, твоих родителей. Поэтому я желаю вам как можно больше детей, как можно больше счастья для родителей. Почему? Потому что будут родители, будут счастье для вас, будут воспитание для ваших детей. Спасибо. От нашей компании всем привет. Они солидарны, на самом деле, для Донбасса, потому что они как поженились, они долго не думали. У них двое прекрасных детей, и они на этом не хотят останавливаться. Каждый день готовы. Так что прямо с сегодняшнего дня и начинаете думать о будущем. Да, я вижу. Молодец. Ну что, Казань зажигает, и Петрона зажигает, и подсоединяются молодые вместе с родителями. Продолжаем праздновать нашу прекрасную, веселую, чудесную свадьбу. Танцуйте! Поехали! I love you, я так люблю тебя. I love you, я так молю тебя. I love you, не покидай меня. Я люблю тебя, люблю. I love you, я так люблю тебя. I love you, я так молю тебя. I love you, не покидай меня. Я люблю тебя, люблю. Я так молю тебя, I love you, не покидай.
свидетели, которые сегодня на протяжении целого дня были вместе с нашими молодыми. Я приглашаю и друзей жениха, и свидетелей. Прошу от всей души. Зову вас сюда, выходите, не стесняйтесь. Свидетели, свидетельница, где у нас? Так. Вы идете? Фоткаться? Так идите же. Вас же никто не держит, я не знаю. Итак, свидетели, свидетельница, прошу вас. Друзья жениха. Мой умничка, как ты свидетельница, куда я дел? Ну куда же ты? Вы не бросайте друг друга, вообще должны вместе. Вообще раньше свидетель и свидетельница сидели вместе с женихом и невестой. Вы в курсе? А сейчас как-то вот время изменилось, да? Теряете друг друга. Но я предоставляю вам слово, конечно же. Есть что сказать? Живой? Почти? Ну что ты, это уже... Ну давай, мой золотой. Давай, пару слов. Хочешь, много слов говори. Пару. Молодец, молодец. Давай. Я думаю, что я не подклассник. Гуля, любимый, солнышко. Гуля, дай-да. Гуля, дай-да. Гелевин, а я лучше не волосы. Балкон. Но я хочу сказать, что есть такой сюрприз и для молодых, и для вас. Я думаю, вам это понравится, потому что сегодня из Ашхабада, да? Вот такой сюрприз приехал. И оперные певцы, и замечательные ребята, которые прекрасно танцуют. Я думаю, то, что они сейчас делают, вам понравится. Когда они станцуют, вы покажете то, что вы можете, ладно? Ну что, к вашим услугам. Я прошу, вообще пройдите, посидите немножко с молодыми. Побудьте вот немножко с ними, в конце концов. Итак, уважаемые гости, мы продолжаем вас радовать прекрасными молодыми людьми. Итак, группа «Кавказ». Внимание! 1, 2, 1, 2. Thank you.
Латвии, что обидел наших прекрасных танцоров. Я думаю, сейчас есть время показать свои навыки танцевальные. Или его выгнали. Так вот, сейчас, как говорится, свидетели поздравили, поэтому для них, и для молодых, и для вас, уважаемые гости, прекрасная музыка, которая исполнит наши аплодисменты. Наша свадьба продолжается. Продолжаем веселиться, танцевать, зажигать в этом прекрасном чудном зале. Здравствуйте, наши замечательные.